радиолюбители, на рынке существует множество разных сабвуферов, разных компаний. Да сейчас, по-моему, любой, кто выпускает акустические системы, старается сделать комплект кинотеатральный 5.0, да оснастить его своим активным сабвуфером. Но есть компании, которые выделяются. Это компании, которые специализируются на выпуске только сабвуферов. Это такие, например, компании, как английская REL, американские Velodyne, SOS. Согласитесь, вот что-то есть вот в таком подходе, когда компания делает сабвуфер не для того, чтобы оснастить свой кинотеатральный комплект, а просто выпускает классный сабвуфер, который подходит для любого комплекта, кинотеатрального, стереокомплекта. Сегодня у нас сабвуфер от английской компании REL HT-1003. Почему REL? Оформление закрытый ящик для своих сабвуферов. Многие подходят немножко упрощенно. Они считают, что для кино это ящик с дыркой, то есть позаинвертор, а для музыки это закрытый ящик. Ну, по поводу того, что для музыки в подавляющем большинстве действительно закрытый ящик это лучше, я соглашусь. Ну, в плане кино, вот компания REL, например, она считает, что и закрытый корпус очень хорошо подходит для кинотеатрального комплекта. То есть компания REL выпускает всеядные сабвуферы, которые отличаются великолепным басом, точным, реалистичным. Подход очень серьезный. Компания на рынке с 1990 года. Глава компании Ричард Е. Лорд. Вот отсюда вот и название. Это инициалы главы компании REL. Производство размещается в городе Бриджент, за свой английский, в Англии. А вот производство корпусов в городе Шеффилд. Причем вот такая деталь. Вот компания отказалась от датского производства. То есть, казалось бы, вот в Дании производится множество различных акустических систем. А нет, датское производство компанию REL не устроило. Производство, значит, в Бридженте, она расположена на бывшей военной фабрике, где раньше делались бомбы. Вот такой вот точный военный подход, он до сих пор остался. Внимательное отношение и к динамикам, и к корпусам. По поводу корпусов даже вот в компании говорят, что у вас будут трястись стены, пол. А вот наши корпуса не дрогнут. И в этом действительно есть правда, доля правды. Давайте повнимательнее рассмотрим этот сабвуфер. При достаточно скромных габаритах, при акустическом оформлении закрытый ящик, значение нижней граничной частоты очень хорошее. 24 Гц со спадом всего лишь минус 6 дБ. Отличный результат. Высота корпуса без ножек 32 сантиметра, такая же ширина, глубина 33 сантиметра. То есть корпус имеет почти форму куба. Очень прочный корпус. Здесь применяется соединение под шип. Здесь применяются стяжки внутри для более упрочения конструкции. Большой динамик, прикрытый грилем. Ну, гриль я оставил в коробке. Динамик 10 дюймов. В динамике литая металлическая корзина. Большой магнит. Диффузор выполнен из стеклоткани. То есть это плетенка. Стеклоткань армированная. Я хорошо отношусь к разного рода плетенкам. К кевларовым, другим. То есть плетенка способствует подавлению резонансов на самой поверхности диффузора. Здесь диффузор очень прочный, подвес из бутиловой резины. Этот подвес не потеряет своих качеств и через 100 лет. Но динамик этот подвес требует переработки. То есть, если оценивать этот сабвуфер, конечно, не прогретым, а вот сразу, то, конечно, этот бас может вызвать недоумение. Вообще, вот бас этот, скажем так, он на ценителя. Тот, кто ценит не количество, но качество баса.
Вот они оценят и оформление закрытый ящик. Верхняя панель, она прикрыта защитной пленочкой. Здесь вот вставочка на верхней панели из плотного материала, покрытого рояльным лаком. Она также служит, эта вставочка, для подавления резонансов. Сабвуфер опирается на 4 довольно высокие ножки пластиковые, в которые при желании можно вкрутить шипы, вставить шипы. И вот надписи. Много надписей на сабвуфере, на ножках, на верхний вот рел. Особенно мне нравится надпись на диффузоре. Вот не знаю, как вам, у меня почему-то ассоциация какая-то такая вот с хорошей такой военной, что ли, с хорошим военным изделием. Вот не знаю, почему первая вот такая вот ассоциация пришла. Но словом, вот мне вот ничуть эти надписи, внешний вид, не портят сабвуфера, а наоборот, какой-то вот ему статус придают, что ли. Именно статус какой-то. Динамик этот длинноходовый. Мощность встроенного усилителя. Усилитель разрабатывался под конкретный динамик. Мощность его 300 Вт в РМС. Усиление в классе D. Но это нормально. Для сабвуфера класс D это нормально. На задней панели видим необходимые регулировки. Представлены все. Тумблер верхний на 3 положения выключен, то есть сабвуфер в выключенном состоянии, светодиод горит красным цветом. Среднее положение авто, то есть из ждущего режима сабвуфер автоматически переходит при наличии сигнала низкочастотного в рабочий режим. Также и при отсутствии сигнала низкочастотного он через какое-то время переходит в ждущий режим. Светодиод загорается красным цветом вновь. А в рабочем режиме он горит белым цветом. И положение выключено. Вернее, включено. Включено. То есть сабвуфер сразу же готов к работе. Регулятор 0,180. Это фаза. Регулятор кроссовера от 40 Гц и выше. И уровень громкости. 4 разъемчика RCA. Верхний вход. Причем один из них отмечен 1 LFE, то есть без проблем, пожалуйста, можно интегрировать в домашний кинотеатр и подключить к КВ-ресиверу, либо в стереосистему подключить предварительной части интегрального усилителя. И два выхода, вернее два RCA разъемчика на выход. При желании можно в систему добавить еще один сабвуфер. Также этот сабвуфер опционально дополняется приемничка, который принимает сигнал без проводов, беспроводный прием сигнала, причем достаточно качественный прием. Приставочка AIR Wireless, но это за дополнительную плату опционально. Выключатель питания и разъемчик для съемного сетевого кабеля под два контакта. Под защитной планочкой переключатель напряжения 120-220 вольт. Рекомендую очень этот сабвуфер. В своей ценовой категории, в компании проектор, он стоит около 60 тысяч рублей. Это может быть один из наиболее ярких представителей сабвуферного племя именно вот своей ценовой категории. Еще вот по поводу, хотелось бы сказать, трифоника. Вот в небольшие комнаты 14-16 квадратных метров, ну может быть 18 квадратных метров, желательно приобрести лучше именно трифоник, то есть сабвуфер, скажем, вот именно вот оформлением закрытый ящик, и два полочника. Это даст лучший результат, чем, скажем, приобретение напольных колонок. Почему-то некоторые, даже небольшие комнаты, предпочитают брать напольную акустику. Результат с трифоником – это более гибкий вариант. И в плане звука это, мне кажется, зачастую более лучшее решение. Спасибо за внимание. До свидания.